Итак, друзья, привет всем. Еду после рыбалки. Короче, рекомендую вам посмотреть этот видеоролик с начала до конца. Он будет примерно час, может чуть больше, но не меньше. Вам понравится, отвечаю. Короче, смотрите, не переключайтесь. Вот. Когда на рыбалку ехал, у меня не было идеи такого ролика записать с обращением. Ну все, короче, давайте смотрите. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видосом. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачного просмотра. Друзья, только подъехал, сразу же вот насчитал 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 уток. 26 уток. Пиздец. В одном месте. Во, где охотиться надо будет. Охренеть. 26 уток. Четыре раза приблизил. Так, ну-ка еще раз. 2, 4, 6. Уже 28 уток насчитал. Охренеть. Все, друзья, произвожу вот эту вот гребаную лодку с надуванием. Буду надувать ее, короче. Я на нее затонул. Свой смартфон я утопил. Кстати, я уже два одинаковых смартфона утопил, друзья. Ну и сейчас, короче, буду пытаться ловить щучек. Я здесь уже ловил. Уже третий год подряд ловлю здесь чурагаек. Ну, таких грамм 300 свежих нынешних. До там килушки вот такие вот. Крупнее не попадалось. Сейчас произведу накачку лодки. Ну и дальше мы посмотрим. Таймлапс включаю. Ну все, друзья, вот и надул лодочку. Быстренько. Вот такой вот баркасик. Короче, спиннинг длиннее, чем лодка. Короче, садись жопой только на дно и все. Ну, за это отсутствие мое без съемки. Вот здесь прямо щучка прыгала. Гоняла. Сейчас попробую здесь покидаю. Так, проверка камеры, как она снимает. Какие ракурсы ей видно. Ну, ветром меня вообще классно гоняет. Вот. Чувствую, меня понесет туда. Вот так. Хопа. Хоп, кинули. Сетей много на кустах висит. Здесь кто-то ставил, видать, весной. Сети. Видите, с елочкой пришел. Поменяю его. Короче, бесполезно, друзья. Спустя 5 забросов вот такая вот елочка каждый заброс. Надо выходить на лодке и кидать в длину, а не к берегу тянуть. Не пойму, то ли 2 ударчика было карандашных, то ли что. Вот тут вот где-то метрах в 15 от меня щучка выпрыгнула такая под полкилограммчика. Примерно вот в этом райончике где-то. Ветер меня не туда принес, блин. Пакость. Ветерок, блин. Ветер, ветер, ветерок. Ах ты, ветер, ветерок. Продолжаем рыбачить вместе со мной. Опять я не туда, друзья, кинул. Примерно вот сюда.
Вот примерно вот сюда надо было. Ага, видели? Промазала. Промазала, друзья. Сейчас промазала она. Промазала подруга. Так, включаем замедление. Все, друзья, вот здесь вот два раза у меня сейчас стукнула щурогайка. Она не хочет браться. Нормально. Сейчас проверим. О, о, взялась. О, о. Давай, давай, давай. Давай, подружка, айда. Айда, 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 айда. Взялась, друзья. Первая. Вот, красиво вытащила ее. Вот там только что прыгнули чебачочки небольшие, и щучка прыгнула. Примерно такая же, друзья. Сейчас буквально вот так разгончику дадим туда. И попробуем примерно в то же место забубенить. Оп, не дошло. Не дошло у нас. Не дошло, друзья. Трава вонючая. Где-то вот примерно, если вот так вот сейчас тащить. О, промазала, друзья. Промазала. Блять, там трава. Ребятки, извиняюсь за маты. Но я же русский. Русский человек. Сейчас вот сюда. А, во, прям кинула она там была. Трава, что ли, блядь? Прям травы взял. Блядь. Сейчас наплыву на нее. Она уже здесь где-то была. Метрах в 2,5 от меня. Чебаков вообще много ходит, друзья. Мелких. Ладно. Видите, какие елочки стоят. Но вот здесь, друзья, видали, вот прям вот здесь вот бабахнула. Такая же. Сейчас, прямо здесь вот. Прям перед самой лодкой. Но она, видать, обкололась. Здесь вот не глубоко. Куда она ушла, непонятно. В траву зашла. Тут вот елочки стоят обалденные. Что, друзья, скажу, судя по поклевкам, тут рыба присутствует, и она каждый год здесь. Сейчас попробуем сюда же ее. Может, она в глубину маленько отошла. Надо что-то полегче, блин, искать. Из блесенок. Сейчас вот здесь вот прозваниваем, дозваниваем ее. Л-
лодка нужна такая здесь, с которой стоять можно или сидеть повыше. Тогда траву все видно лучше. На мель выхожу, друзья. Ну, буду писать, у меня 25 гигов, как бы, это нормально, даже 27, хоть что-то вам смотреть на премьерах, ребятки, ребятулечки, ребятишки. Должна вот здесь вот в тюпу бабахнуть еще хорошее. Потому что у меня здесь постоянно ловится щука. Такая до килограмма. Друзья, это вот крупничок весь уходит, когда водичка падает, крупняк убегает. А такой вот мелкотник остается. Сметанники, травяночки, вот как они называются. Сейчас я чувствую, вот там должно даже что-то быть. Должно быть, должно быть. Где-то должно быть. Вот. Можно вот сюда вот так тюк. Траву, по-моему, кинул. Я думаю, немногим скучно будет смотреть это видео. Длинное, однообразное, нудное, но будут все равно смотреть люди. Кому интересен процесс быть на рыбалке вместе со мной, проводить это время как будто бы сам или сама на рыбалочке находится. Вот, поехал я где-то часа в 3:30 вечера. Хотел где-то 1:30 ехать, но у нас дождик заморосил. Видите, вот дно прям видно. Дождик заморосил, и я как бы решил переждать его. Чтоб, мало ли, наверняка уже знать, что не попаду в хороший ливень. Но он быстро прошел и кончился. Вот, видите. Сейчас я уже к тюпу подплываю, но тут мелко уже, блин. Тут уже мелко, друзья. Вот как-то так. Вот тут кину сейчас тюпок. О, как далеко. В том году у меня там хорошая взялась. Ну, по сравнению с этими... Грамм на 700, наверное, было. Крупнее вот такую воду я не ловил. Больше была вон под тем кустом. Вон под тем. На килограмм где-то была вода, когда была под тем кустом. Я брал где-то на килограмм приблизительно. Может, побольше даже. Ах ты, блин, кто-то был здесь. Всплыл кто-то. Чем мне нравится мой воблер, это то, что он не сильно тонет. Он, можно сказать, вообще по верху идет, сантиметрах в 5 от верха. Он чуть-чуть только заглубляется. Вот в таких вот елочках, вот в таких вот. Вот я уже на дне стою, вот, я со дна уже беру это все дело. Видите, тут кочки, блин. Вот такие дела. Вот. Он сильно не уходит на дно и не цепляет дно. Промазывал, вот видите. Вообще небольшая. Грамм 200, наверное.
Но все равно интересно поймать, друзья. Куда-то она. Там тоже кто-то сыграл. Только остановился, перестал крутить, у меня воблер под тяжестью крючков начал тонуть сам. Весло у нас упало. Сошли с кочки, понесло нас ветром. Друзьяхи, нас понесло. Вон там возле берега щурогайка прыгнула. Только воблер до воды она прыгнула. Но не на воблер, а испугалась его. Я на нее попал прямо. Сейчас покидаем в ближайшие места. И проверим, будет ли удар. Куда она могла эта сыкуха уйти, неизвестно. Такой кол взял себе, затормозился. Глубина до метра здесь, в середине. Надо было маленькую вертушечку взять. Двух или трехграммовую. На нее поди толку было больше. Так, делаем в другую сторону забросы. О, взялась. Идет, идет, родная. Идет, друзья. Идет, 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 идет. Айда, айда. Вау. Туф. Хорошо заэтовалась, закручилась. Вот такая вот чурогаечка, как бы. Самая сметанная, друзья. Вот. Вторая есть. Зачет.
Зачет. Ах ты, заразюка. Давай крючок мне отдай. Ах ты, зараза такая. Ну и на лоши вчера такие же были в кучках. Вытащить-то. Ах ты, собачья. Ну, ё-моё. Ну, друзья, ну, даже вот такую отпускать. Как вот отпустишь? Видите, я и весь рот уже порвал. Только ради того, чтобы вытащить крючок. Понимаете? Вот. Но первое у нас гораздо больше. Сейчас сравним, друзья. Вот. Видите, первая и вторая. Вообще нормально. Вот это, наверное, нынешняя. Это прошлогодняя. Угу. Ну чё. Моем руки. Оп. Ну, немного процессика. С небольшими передышками паузы буду нажимать. Льда ловить чурогая. Прям вообще можно потрясающие поклевки ощущать. Ну, в смысле, как потрясающие? Очень частые. Очень частые. Тут вот вечером она должна щука начинать клевать. Часов, наверное, с 8-7. Как я вот знаю. О, взялась, идет, давай. Хорошо. Идет. Давай. Ну это уже... Подожди, не уйди. Опа, засеклась. Хорошая, потрясающая поклевка, друзья. Я ее, короче, вот видите, в глаз взял. Прям вот, зашибись. И в рот она залезла. Вот, это даже вот сейчас. Сравним, друзья, с первой. Это даже, по-моему, крупнее, чем первая. Вот, смотрите. Покрупнее, да, чем первая. Так, это у нас уже третья. Ну, это нормально. Хорошая третья чурогаечка. Нормальненько. Видите? Нормально мы поймали прямо. Так, я не ожидал, что тут покрупнее прям будет такая щучка. Так, ладно, переключим. Короче, вот этого меня и на вот этого воблера сейчас здесь глубоко. Я так думаю, что вот эта вся щука крупная, она сейчас на середине тусуется. А вот этот воблер у меня с хорошим заглублением. Это раз. И два. И, по-моему, зацепов тут сильно не будет. Сейчас проверим. Вот быстрее тянешь, глубже уходит. Сейчас проверим. Но трава все равно тут будет, елочка. Ну, не так много. Сейчас проверим, ребятки. О, с елкой. С елкой, друзья. Ладно, экспериментируем. Проверяю на медленную проводку его. На середине. Все равно, блин, цепляется трава. Трава цепляется, зараза, а. На нем крючков сильно много. Вот видите, прям елка. Он прям рылом своим цепляется, вот видите. Прям, ну нехорошо прям, друзья, вот этим воблером работать в таких местах. Прям это. Вообще прям нудный воблер. Им нужно на открытых местах. Тогда будет что-то.
так вот, видите, ну заброс трава. Вот. Я изначально на него попробовал, когда лодку надул. Мне сразу же им не понравилось. Вот, а вчерашний на ошибке. Вот, видите, опять трава идет. Вот что я сейчас поймал, всех трех щук я поймал на другого воблера. Я вчера его даже на уши оторвал был. Пришлось мне раздеться, заплыть, считай, что до середины, отцепить его. Мое счастье, что вода оказалась очень теплая, как и сейчас здесь. Но здесь, я думаю, если только щука какая уплывет с ним, тогда я его не смогу достать. А так здесь, во-первых, мелко, во-вторых, вода здесь еще теплее, чем в Оше. И так что здесь мне... Ух ты, а в нем вода... А как в него вода попала? Или в нем должна быть вода, ребята? Точно в нем вода? В нем, наверное, и должна быть вода. Ага. Кто знает? Наверное, должна быть. Хотя, в принципе, ну-ка. Ну что, друзья, нахожусь на этом баркасе. Результат у меня 3 чурагайки. Ну, как бы у меня уже точно килограмм рыбы есть. Ну, батарейка, короче, сдыхает. Сейчас буду менять. Кстати, я ни разу вам не хвастался. Сейчас, подожди. Буквально вас хвастаюсь. У меня что была камера X-True тоже вот. 360-я. У меня как бы на ней была всего одна батарейка. Нынче я 2 покупал батарейки, в запас купил. И на вот этой камере, на Aceline, короче, на Aceline у меня была одна батарейка. И я купил еще 6 батареек в запас, короче, чтобы у меня было как можно больше шансов поснимать. Вот, понимаете? Вот, получается, вот они. Вот я их взял, все с собой батарейки. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6-я стоит в камере, и одна дома осталась. А вот от... X-True, короче, 360-й камеры, 2 штуки батарейки. Ну, я вот нынче тоже 2 купил, вот эти батареечки. И что я заметил? Раньше я вообще не замечал, но нынче как бы посмотрел, купил как бы, а они-то подходят. Ну вот на X-True вот здесь вот закругление, вот видите, вот закругление, вот, уголки вот эти вот сточенные, а здесь ровные. Они в X-True не подходят, вот эти вот, которые с S-Line, а с X-True на S-Line подходят. Так что у меня теперь не 7, а 10 батареек. И это получается на 15 часов у меня как бы с собой батареек всегда имеется. Ладно, давайте переключаюсь. Начинаем откидывать в этой стороне. Вот. Воблер, который не тонет. Он вообще колоссально идет. Вот, видите, он даже вот траву не берет, друзья. Это вообще индивидуальный воблер для вот таких вот мест. С такой вот травой. Это вот если прямо ты наверх кинешь травы, он не факт, что еще зацепит ее. Понимаете? А вот сейчас возьми... О, блин, удар был, друзья. Вот прям вот ударило, вот видели? Промазала прям чурагайка. Непонятно какая, но сейчас мы сюда же еще хоп, вот сюда кинем, вот так. Так, ладно, в какую сторону она пошла? Неизвестно, ребятки. Но ударчик был, она как-то... То ли она медленно подошла, то ли она быстро и промазала. То ли она откололась и ушла. В какую сторону она убежала, это не понять. Но сейчас мы вот здесь все прозвоним. Я не представляю, что тут с утра бы творилось. Когда она начинает клевать-то хорошо. Она тут поднимается, поди. Жирует. Так, ну чё ж ты, красавица, где ты? Где ж ты? О, блин, промазала, видали, вообще вот. Промах был у неё. Сейчас мы её там же. Вот сюда маленечко левее возьмём. Вот сюда, ага. И вот так сейчас потянем потише.
промазал опять. Но уже ближе подошла, ребята, видите? Сейчас мы вот сюда же, хоп. Ну и вот так ходом потянем, ходом. Так, ладно. Сейчас попробуем дать останавливаться. Хоп, остановись. Хоп, остановись. 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 Так, ладно. Ветер нас будет разворачивать. Закинем. Ну, вот так ходом будем тянуть. Хоп. Где-то она, друзья, прям тут вот. Недалеко патрулирует места эти. Подводная рыбка. Ну-ка, может, сюда ушла? Нет, далеко кинул как бы. Прямо вот тут возле лодки, друзья. Ну чё ж ты дура, блядь. Сейчас мы тебя вот так. Вот так. Тихо. Вы её не пугаете, ребята. Прямо возле лодки, блин. Куда она отошла? Эй, собака, ладно. Возле лодки, чё нам её? Где мы её искать-то будем? Под лодкой, что ли? Покидаем к берегам. Кидаем к берегам. Ну, она где-нибудь под лодкой, либо вот в сторону маленько отошла. Небольшая рыба. Грамм на 300, но... Она же чурагайка. Она же щука. Она же карандаш. Она же травянка. Она же сметаница. Она же щуренок. Вот. Вот такие вот, ребятки, рыболовные минутки проводите со мной здесь. Камера у меня говенная, блин. Качество вообще отстой. 8 всего мегапикселей она снимает. Вот. Чтобы памяти поменьше жрало, я поставил разрешение 720, а не 1080. Она у меня на 1080, она жрет 3,5 гига за 15 минут. А так она у меня жрет 2,480 на 720 разрешении. Это как бы память экономит, ну качество похуже. Но все равно как бы. Я считаю, что с памятью экономия нормальная. Ну и качество не сильно-то и говенное. Бывает и хуже. Вот. Как-то так, ребятки. Но эти утки вон там все и плавают. Они никуда так и не делись. Они его не ели. Только отплыли. Метров на 100, наверное, от того места и все. Смотреть, где она здесь. Крокодил отошел. Здесь патруль. Отправляем своего воблера вот сюда вот. И прозваниваем вот эти же места, где она была. Спустя определенное количество времени она уже могла туда отойти. Те свои же привычные места. Где она тут тупнула, она думает, может, там же опять же эта вся рыба тусуется. Мы сейчас это проверим. Может, она испугалась. Может, под лодкой где стоит вот здесь. Можно попробовать как воблер потопить. Он у меня на отвес-то уходит вниз. Но не так стоит.
стремительно, как, допустим, жиголовка или блесна. А вот видите, тонет. Медленно. Ну, тонет. Ладно. Еще вот сюда кинем. Сейчас вот отсюда вот протянем. Протяжку сделаем. Ветер меня, походу, плохо слышно. Возможности нет, друзья, съездить на хорошее озеро, где можно половить щуку от килограмма. Там как бы они такие, можно сказать, стандарт идет. Ну, это самые малые, грубо говоря. Вот. Там есть, конечно же, и хорошие экземпляры. Там, где я снимал зловещих щук, вот с травой идет. В траву прямо кинул. Ну вот видите, спустя сколько забросов этот воблер красиво. Красиво работает. Понимаете? Он мне вот этим и нравится, что он, можно сказать, не зацепляющий. Я вот не знаю почему, или то, что он не тонет, или потому что у него лопата поменьше, или как-то она у него сделана, эта лопатка, что она не... О, удар был, промазала. Сейчас я быстренько туда же забубеню. Давайте, давайте, давайте. Удар был. Хорошая чурогайка. Полкилушница где-то. Вот туда же кинем. И потянем вот так же. Но не попал я туда. Вот такими рывками. Надо было маленько правее, друзья, взять. Правее взять. Ветер, видите, даже сильно право взял. Вот здесь вот ходит. Та, наверное, которая у меня была. Сейчас отцепим траву. Отцепляем травушку, муравушку. И туда же кидаем. Туда же, потому что здесь хорошее, чем вот здесь вот, которые сейчас пуркали. Наша подружка делает. А, подружка, интересно. Где ты? Ветерок, видите, разворачивает нас. Это не очень-то и хорошо. Не очень-то и приятно. Вот. Ближайший горизонт кинем. Зацеп травы. Ладно, сейчас туда, он подальше. Опять забубеним. Странные дела, друзья. Давно не кидал. Может, вот здесь кто вышел? Ой, как далеко, и в траву, наверное. Сейчас. О! А, удар был, друзья, блин. Я же
туда же уже. А вот туда, куда она ушла. Хорошая была. Давайте, ребятки, еще туда. Хорошая была чурогаечка. Вот почти туда же. Давай, 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 давай. Сейчас сюда же вот так. Хоп. Давай. Давай, давай. Но она вкололась. Она у меня тянулась. Она вкололась. Интересно, это которая там была? Сейчас как начинал-то я. Куда я кидал первый раз-то? Или это другая? Они нам не вредят, должна еще вот бабах где-то вот. Все нормально, я до вечера, если здесь отрыбачу. Еще там показаете, как они будут скакать прямо на камеру. Вот сюда же бабах. Проверим. Давай, красивая, выходи на охоту. Давай. Давай Ютубу покажем, как мы умеем клевать. Давай, красиво. Это уже хороший результат. Вот. Мы уже оторваны от нуля, во-первых. Во-вторых, мы уже с рыбой. Это даже своим человеком можно наездить. Как бы уже хороший показатель того, что воблер сработал. И мы не зря приехали порыбачить. Во-первых, рыба. Во-вторых, видео. Вот. Какое оно видео. В-третьих, хорошее провождение время. Быстро, наверное, друзья, я тяну, но сейчас как-то
Я не жила. Опять сразу походу. Сзади нас кто-то плёснул. Вот в одном месте, ребята, у меня в четырех местах, вот на этом скалу, в четырех местах у меня щука била. Как бы, это раз, одну вытащил я уже с этого кола. С этого кола я вытащил. Как бы пятачок нормально получается. По чурогаю пятачок вообще прилично. Обкидывают я вокруг 10 метров по бокам, вперед метров по 20-25. Опять травой, блин, дал я ему утонуть. Утонуть я дал воблеру. Потому что я пересел. Аккуратно так, втихаря. Выпрыгнула, ё-моё. Она даже не ударила, она просто тупо выпрыгнула. Обалдеть. Она поиграла. Она просто тупо выкрутила. Ой, друзья, что творится, да? Да чурогайка. Плавающую траву собрал. Thank you.
ветерок успокоится вечерком, будет штиль, будет классно. В аэропорту вертолет летает. Надо сейчас заброс и переплываем, поплывем туда, не в ту сторону, конечно, куда спиннинг смотрит, а в противоположную. Метров 40 поплывем. По-моему, удар хотел быть. Вот сюда вот кинем сейчас и проверим. Казалось, как нос были щучий. Ну и вот сюда еще разок. Хоп. Так, все.